Всем привет! Всем привет, Галет! И что? Мы сегодня дома. Сегодня второй выходной у меня. Ой, что такое? Второй выходной у меня. Это ходили на елку у Ярослава в садике. Сегодня елка уже была. Да! Вот сейчас Ярослав подарком занимается. Сейчас покажу. Такие вот нам снежинки дали. Палочки. Мигающие. Мы это, конечно, покупали сами, но это и для выступления надо было. Сейчас вот такая с кнопочкой, такая штучка. Сейчас покажу, чем Ярослав у нас занимается. Ярослав занимается раскопками. Ну-ка, покажи маську свою. Вся белая. Он там раскапывает кристаллики. Мы уже два выкопали. Так, получается, вот один вот такой вот кристаллик. Один, а второй камень, вот такой. Один камушек, один бафника. Вот покажи, что надо делать. Вот так вот палочкой выкапывать. Понравилось? В общем, подарки были. Мама, будешь у меня? Еще? Ну, а кому подарили-то? Подмога. Подмога? В общем, подарили нам вот такие раскопки. Сок и коробочку грибочков. Я на кухню унесла, если хочу. Хочу сок. Ну, сейчас попою, отдохну. Попою. В общем, ну, короче, надо вот так вот выкапывать там все. Потом отдохни маленько, потом продолжишь. А? Попить. Три. Кстати, я сходила на маникюр, сделала себе вот такие вот ногти френчик с блёстками. Сделала вот такой вот, ну, не полукруг, а вот так вот полосочками. Тут у меня блёстки вот такие. Что-то мне захотелось такого вот новогоднего. Сейчас со вспышкой снимаю блёстки, там как переливаются, блестят. Всё, вот такой вот сделала маникюр. Купила, кстати, сегодня Ярославу джинсовые шорты. И в итоге пошли мы в костюме гномика. Я потому что пришла в садик, он уже одетый был. И шорты мы так и не одели. Ну ладно, так будут ходить с ним в садик. Или на лето еще хватит. Сейчас покажу, что я купила ему на Новый год. Пока вот там зале делаем. Короче, купила такой вот. Детский мир у нас открыли. Я купила вот такой вот конструктор. Мусоровоз. Кстати, прикольный. Не буду ставить коробку. Там все крутится. То есть вот это вот ковш этот опускается. Ну, такая вот машина. Тут получается 326 деталей. И по акции он со скидкой 999 рублей. Короче, у меня тут все в подарках. Купила еще большую книжку. Энциклопедию. Так, он сейчас не видит. Сейчас покажу. Вот такую вот энциклопедия про динозавров. Тут всякие. Он меня просил. Вот я купила. Ну, это я купила в другом детском магазине. Тут у меня еще вот такие вот пазлы деревянные. Короче, подарков куча нынче. Ой, я сходила, заказ получила, фуберлик. Думала, у меня там целый рюкзак. Еще в магазин ходила за одним. Купила форельку. Свежую. Небольшую такую рыбку. Больно красивая. И сейчас пошла еще в фикс-прайс за кое-что. Мне там надо купить небольшой ящичек под лего Ярослава. То у него все в пакете сложено. Вот. И сегодня мы еще пойдем зубы долечивать. Последние зубы Ярослава остался. Сегодня у нас холодно, минус 20. Ладно, руки мерзнут. Покажу такой обзорчик. Купила вот такой вот ящик. Он двухъярусный. Это под лего. Это фикс прайс сейчас зашла. Он не открывает. А, он просто... Ну, тут, короче, полочки. Эти решеточки сейчас все построю. И тут разложу ему. А то у нас целый пакет. Он тут всякий. Виталик, так, чтобы все вместе было в ящичке. Сейчас обзор, заказ я получила.
Хочу что-то себе, что-то у меня на заказ заказывали. Вот такие вот гели, 3 штуки. Это мыло интимка. Такие штучки, то мне на заказ. Бальзам для волос. Такой вот ботаника шампунь. Я уже тоже беру этой серии. Это я для себя заказывала. Новый каталог. Январский. С новыми акциями. Так, далее. Сейчас развяжем этот узел. Так, вот такой вот гель для душа ботаника. Тут получается облепиха и цветочки. Календула. Облепиха и календула. Это у меня тоже на заказ. Кстати, я тоже себе этой серии беру гели. Яблоко и мята брала. Мне вообще понравилось. Пенится хорошо и аромат приятный. Напиток такой чайный еще один взяла с апельсином. Спрошу, если на продажу никому не надо. Он, кстати, подешевле был в этом. В этот раз. Себе оставлю. Говорят, очень вкусный чай. Зубная паста по акции. Там 2 берешь, они со скидкой. Я вот эту себе уже брала, лечебная травма. Ничего, неплохая. И взяла вот 2. Ну, тоже не продам, так нам останется хлопчик. Так. Зубная щетка вот такая вот силиконовая. Это у меня тоже на заказ. Шампунь. Вот такой, морожка. Взяла на пробу, тоже был по акции. Кстати, пахнет приятно. Так, дальше. Зубная нить с углем, это у меня тоже на заказ. Средство для снятия макияжа двухфазное, это у меня тоже на заказ. Так, гель для душа с черникой. Это молочко для умывания. Тоже фирма Ботаника серия. Я брала себе, сейчас покажу, это себе заказала. Скраб вот такой у меня закончился. И заказала еще молочко. Не молочко, это же гель для умывания. И скраб вот это для себя. Тоже понравилось очень. Так, это у нас что? Витамины. Это мама себе у меня заказала. Артрофорт. Это, наверное, что-то для суставов. В общем, вот такая, не знаю. Заказала еще были со скидкой пробнички вот такие. Так, для кухни средства и для ковров и диванов. Пробнички. Попробую, если понравится, закажу уже большое. Такие вот маленькие бутылечки по 50 миллилитров. Они там были по 50 рублей, что ли. Такие вот. Так, крем для лица. Это у меня тоже на заказ. Такой, на подарки, наверное, кому-то. Так, у меня тут и последняя. Помада и карандаш. Карандаш для губ. Это мама заказала. Вот. Впрочем, нынче у меня еще большой заказ. Еще купоны мне вон дали. 50%. 3 купона. Потом почитаю. Дальше, что я еще купила? Купила финики. Это Денис ест финики на работу. О, кстати, купила еще такие мандаринки. Малюсики сейчас покажу. На Новый год. Сейчас буду к бабушке в гости, ей маленько еще нарисую. Не, вот такие вот малюсички. Вообще очень сладкие. И без косточек. Малышки. И даже размером-то, я не знаю, 5 сантиметров. Вот такой вот. Взяла немножко вот. Так. Дальше купила шампиньоны и корнишоны. Это я в красно-белое заходила. Это я буду пиццу на Новый год делать. Вот купила для пиццы. И купила. И лимончики взяла. Слушайте, лук забыла купить. И лимончик надо еще купить. Думаю, еще надо не забыть купить лук. И что, в итоге забыла. В общем, такие вот у меня сегодня покупочки небольшие. Потихоньку готовимся к Новому году. А, еще я купила форельку. Небольшую рыбку. 500 грамм она у меня. Вот такая вот чистенькая, еще свеженькая.
Буду сегодня рыбку делать. А сегодня вообще очень холодно. Довольно-таки морозно. Вот уже огурчики с помидорчиками. Это на зимний салатик открою. Помидорки не скушает. Он любит. Я не люблю помидоры. Не любит. Пока не открываем, тут попрохладнее. Это поставила на окно. Потихоньку затарим. Холодец. У Дениса мама наварила. Принесла вчера. Мы уже начали есть. Вот такие дела. Надо переодеться, дойти к бабушке в гости. Прибираться еще надо. А где у меня кошка-то? А, вон она у нас. Батюша, ты что, как дела? Она у меня тут елку уронила на днях. Да, Батюша, что ты с ней делала? Зачем ты елку уронила? Игралась, что-то елка упала на бок. Капец, она так линяет, он что? Пыталась ее почистить, орет, не дает. Начинает кусаться. Теперь елка у нас стоит на окне. Да, но потом к Новому году 31-го достану. И подарки положу под нее.